think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Доброе утро после вчерашнего ночного кода. В общем, у нас сегодня утренний обзорчик. Акции еще есть на немке. И, как обычно, будем пробовать с вами зафармить. Так, сделаем тише. Нормальная музычка. Зафармить за пределы. В общем, поехали, посмотрим. Заберем плюшки, которые есть. Дофигища халявы, не знаю, больше, чем на Тайване, как по мне. Фрагменты. Что за фрагменты? О, нормально. Скин на дерево 200 штук бесплатно. А чё нет? Так, через 2 часа здесь. Поехали дальше. Это... сменка. О, календарик. Нет, это не календарик. О, вот оно. Нифига себе оно. Вот посмотрите, немка всегда вот, чем мне нравится немка, она всегда выделяется. Все не так, как у всех. В общем, календарь за вход. 200 фрагментов, 50 книг, 200 эссенций. 20 кристаллов обезьянки. Ну, тоже немножко похерили, но пофиг. Вот. Реально, мне больше нравится то, что здесь не кристаллы, здесь дают больше расходники. И кристаллов реально и так хватает. А вот эта тема кайфовая. Сенсы и лапки. Вот. День замка владельца. Что у нас будет? Одна монетка, две карты, пять сундуков. Блядь, ну это смешно. Если раньше нормальные здесь были плюхи, давали героя, давали какие-то расходники, кристаллы. 3/5 сундука, ну блин, ну ладно еще. Одна монетка, дайте, блядь, 10 монеток. Вы уже и так бесплатно. Дайте карту пятую хотя бы. Это вторую карту влепили, не третью, вторую. Жлобы, короче. Так, поехали дальше, посмотрим. Это у нас арбы. Сундуки. Да, печально, печально, конечно. Но пакеты. Тайван-то, наверное, еще какие-то, да. Но все равно немка отличается. Как по мне, мы спорили вчера, что же лучше, Тайвань. О, посмотрим, что тут за награды. Китсуне, то же самое. Ну, единственное, что здесь хорошо, это апекс камня. Камешек получили. Добавьте, блин, сюда пыль. Хотя бы 5 пыльцы там, чтобы 10 было. Ну, в чем проблема, я не знаю. Ну, такую уже хрень лепят, я не знаю. Просто с каждой обновой все хуже и хуже, меньше и меньше. Так, нам надо, кстати, еще здесь будет попроходить подземки. Я Махатму, кстати, качну, подкачиваю. Что там у нас сейчас, посмотрим по БГ делается. Сейчас подкачаем. Подкачаем немножко Махатму, надо ее сделать посильней. И заодно заюзаем на кого-то. Давай там оккультиста. Оккультист у нас десятка. Блин, чё я сделал? Кого я там еще качал? Фобушку, по-моему, если не ошибаюсь. Да, Фобушку. Ну, в общем, как по мне, вот если бы, знаю, я вчера говорил на стриме, если бы все серваки развивались как немка, именно в плане для бездонатов, народ бы так не валил с игры.
Даже несмотря там на какие-то, да, там нюансы с обновами, судя по тому, сколько у меня человек гильдии, да, за буквально там за 2-3 дня, 75-75, все перешли просто без доната на немку играть, потому что здесь реально в кайф играть. Я здесь тоже играю на бездонатном аккаунте. Многие говорят, вот здесь типа халява, здесь не настолько много халявы, но здесь именно такая халява, которая помогает ребятам развивать аккаунты без доната, да. Это не быстро, это не так, как на русском, там на русском хардкор. Нахрен тот хардкор нужен, если ты вообще ни хрена сделать не можешь. Там просто все урезано. Ты просто сидишь, ну, ты того же самого Зефира там хрен словишь, Розу тоже, там с таким шансом. А тут это и есть возможность. Понятно, на Тайване Зефира проще собрать. На Тайване нету столько плюх для прокачек. А Тайвань, даже если взять, потом вы когда-то захотите задонить, да, он дорогой. По сравнению даже с тем же самым английским сервером, он дороже. То есть есть много нюансов, которые, ну, как бы Тайвань, немка, они в чем-то разные, в чем-то похожи, но все равно немка поинтересней. И народу здесь реально дофигища играет. Поэтому, кто играет на немке, кидайте заявочки нам. У нас места будут освобождаться в зависимости от того, там, кто в онлайне. До 3 дней будем кикать, кто БГ, если сливаем, не проходит, тоже кикаем. Ну, в общем, поехали. Хватит балаболить. Поехали тащить. Так, места у меня хватает. Поехали, попробуем, посмотрим. Конечно, было бы неплохо оккультиста взять сюда. Место. А вообще взять, давайте сейчас его качнем, попробуем ради интереса. Скилл у него, в принципе, прокачанный. Я ему не буду сейчас качать, это будет слишком длительно. Девятку качнем, потом поставлю СО. Поехали, посмотрим, насколько разница сейчас у нас будет. Возьму его на подстраховку вместо ворожая, если что. Так, землеройка, Махатма, Анубис, Стрелок, Роза и Ворожей. Может, Махатму поменяю, вот так вот сделаю. Посмотрим, насколько быстрее сейчас все будет. В принципе, сейчас Махатма должна более-менее неубиваемая быть. Ну, относительно, я имею в виду. Ну, первый этаж пролетается, в принципе, как и всегда. Да, была бы у меня здесь Фрея, конечно, было бы вообще чётенько. Сколько у нас? Минуты, наверное, две ушло на прохождение первого этажа. Так, первый сундук есть. На втором сейчас начнется, как обычно, начнутся приколы. Так,
Кто у нас? Анубис уже слился. Блин, землеройка, Анубис ушатались. Ну, Анубис, понятно, он ушатался на отражалке. Ого. Фига себе, пачки. В принципе, с оккультистом должна быть пачка вообще неубиваемая, по идее. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это я залез. Вот это я красава. Ну, хоть первый этаж прошли. Хоть один осколок получим. Так. Да, ремку. Блин, мне ремки очень не хватает. Воодушка, воодушка, ремки. Чё, ворожай опять спёкся? Походу, да. Не, есть. Странно. Странно, очень странно. У розочки пошли. Я не понял, о чём он. Не ресает. Вроде всё собрано как надо с воодушками. Странно очень. Надо было оккультиста поставить. Надо делать эволюции хотя бы вот этими вот героям. Самики поднакопить и поделать эволюции. Так, тут у нас Дрейк. Через Дрейка не хочу идти. Не знаю, что-то меня эти Дрейки вымораживают. Однозначно надо оккультиста будет докачивать для того, чтобы ему тоже эмблемку вцепить. Ну кайф просто, оккультист слился, ничего страшного, сейчас восстановим. Ну, второй этаж зафармили, в принципе. Понятно, с потерей, но без проблем, особых заморочек. Как видите, фармится очень изи все. Это при том, что у меня здесь прокачек особо нету. То есть, таким вот образом, нету смысла сейчас гнаться за силой. Надо зафармить Мэри. Да, на некоторых серваках ее с карты можно. Здесь, к сожалению, вчера я показывал, похерили все-таки сундуки. Ну вот, все, здравствуй. Здравствуй, елка, Новый год. Надо будет еще эмблемки здесь покачать. В общем, есть чем заниматься. Подземочки попроходить. Поднять немножко лавел героя. Ну, по крайней мере, два этажа я без проблем фармлю. Это радует. Хорошо, что мы Фрай не встречаем. Да, с оккультистом надо что-то делать. Надо будет его подкачать. Нормальный оккультист будет потом тащить. Так, побашка, это стрёмно. Землеройка, оккультист. Ну, наверное, здесь мы сейчас и остановимся. Скорее всего, если побашка включится. Не, успели мы все-таки первыми. Блин, землеройка кайфовая. А, еще сейчас покажу новый календарь за вход еженедельный. Это просто космос, честно скажу. Вчера мы тоже я завтыкал. Сейчас покажу,
Что сделали здесь? На немке опять. Вот чем немка отличается от всех других серваков. Пойдем через центр. Ой-ой-ой, нифига себе одержимый. Падла, блин. Вот реально падла. Придется, как обычно, потом смотреть рекламку и проходить. Но это сделаю уже потом, чтобы времени тянуть. В общем, смотрите, что у нас есть. Не понял, что еще что-то добавилось. Вроде. Так, вот так вот, ребят. Вот если сравнивать день замковладельца, здесь вы за неделю получите ту же самую карту, и как по мне, плюхи получите в разы круче. Вот просто реально, в разы круче. Вот что вы на вот это скажете? Это просто писец. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.